Итак, друзья, всем привет! Я вас всех приветствую на своем канале. Сегодня очередная распаковочка посылок с Алиэкспресса. На этот раз ко мне приехал держак для тату-машинки. Вот, и все как обычно. Сейчас мы вскроем посылку, проверим ее целостность. На самом деле, мало что можно сказать про данный предмет, потому как он является вот такой вот, скажем, в моем случае сталь, получается, трубчатого вида. Вот так, у нас здесь ничего нету больше. Да, у нас здесь ничего больше нету. Да, вот такой предмет получается. Сталь трубчатого вида. Вот, с вырезом по центру. Так, фокус, все, фокус есть. Вот, как раз таки служит в сборе, так скажем, вот такой вот держачок, чтобы можно было удерживать тату-машинку. Также здесь вот проходит игла у нас через эту центральную трубку. И здесь у нас наконечник, где набираем краску. Вот, сейчас мы вскроем, получается, посмотрим. Так, нет, его разрежем. Приехала, получается, посылочка за 17 дней. В принципе, неплохо. Вот у нас... Так, у нас, получается, центральная часть спрятана внутри. Так, вот я взял, короче, ключик, чтобы можно было раскрутить, посмотреть внутреннюю трубку. Тут у нас туго закручено. Так... Прям даже в натяг, я бы сказал. Вот, получается, у нас трубочка. Вот, с трубкой у нас все прекрасно. Сам держак у нас, я бы сказал, в хорошем состоянии, потому что тут есть небольшие такие коцыки, небольшие какие-то вмятины непонятные, вот. Но я думаю, это не критично, потому что, блин, все-таки... Он пойдет не на выставку, а как раз по прямому назначению. Вот. За него будут держаться при набитии татуировки. Вот. Получается, что я решил, получается, убить двух зайцев. Вот, но не в прямом смысле, разумеется. Вот. Я заказал такой вот держак, чтобы попробовать меньший вес, меньший обхват. Здесь у меня видно мой второй на 30-35 даже, наверное. Вот, кстати, можно будет еще проверить, насколько именно. Потому что мне кажется, он почему-то меньше. Вот. Вот, ну не суть. Это попозже можно будет все посмотреть. Так, получается, меньше вес. Вот. Также большое удобство будет в том, что, допустим, этот держак с этой тату-машинкой пойдет на контур. У меня также есть еще две тату-машинки, вот. И как раз-таки этот держак с другой тату-машинкой, получается, разумеется, иглой и наконечником, пойдут на закрас. То есть это будет намного проще перекинуть, допустим, вот клипкорд с этой тату-машинки на эту, да, нежели брать, и, допустим, если бы не было этого второго держака, то все вот это разбирать, получается, всю конструкцию это вот откручивать, да, здесь доставать иголку, снимать наконечник, куда набирается краска, вот, затем вставлять новую иглу, и то есть все это настраивать, ну, знаете, это геморрой, на самом деле, это где-то около 3-5 минут, да, это недолго, на самом деле, занимает по времени вся эта установка. Вот. Но, тем не менее, куда было бы проще взять и просто перекинуть клипкорд и сэкономить время, сэкономить, знаете, настройку всю эту. Что еще хотелось бы сказать по посылке? Немножко смущает вот диаметр этого держака, на самом деле. Не, ну слушайте, на самом деле все правильно. На 25, этот на 3. Да. Все правильно, я, кстати, извиняюсь, сказал 25 сантиметров, блин, на 2,5 сантиметра, вот, этот на 3 сантиметра, да, все правильно, то есть, на самом деле, это чисто визуальная такая обманка, потому что здесь есть такой вот конусный, как бы, срез,
Вот. А здесь он такой идет прямой, то есть 3 сантиметра и резко обрез такой вот. Вот. Просто такая форма. Вот как бы. Ну, мне на самом деле нравится, то есть, в принципе, да, есть небольшие дефекты, но это на самом деле как бы это не минус, это просто какой-то, не знаю, такой незначительный дефект, который, в принципе, ни на что не повлияет на самом деле. Все равно он будет закручен либо в пищевую пленку, либо в салфетку, то есть вот. Поэтому все, в принципе, нормально, посылка доволен. Вот. Опять же, повторюсь, посылка приехала за 17 дней, поэтому претензий, в принципе, никаких нету. Вот, так что, кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот, и спасибо за просмотр.